нормально выполнять свою работу коммунальные службы или не могут, или просто не хотят. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. Проспект Кирова, 173. Сильные дожди доставляют жильцам второго этажа неприятности. Кровля дома дает сечь. Крыша очень в плохом состоянии. Ремонт здесь не было уже давно очень. Так как можно выходили, смотрели, вроде бы все лежит ровно, ветки там, все это наложено на них. Когда происходят маленькие дожди, проходят протечки, в крыше нету. Вот были последние 2-3 дня дожди, пролило в зале, пролило в коридоре, пролило в ванной, пролило в детской комнате. Поэтому сейчас, если даже делать ремонт, мы боимся это делать. Лишние затраты денег, а их ни у кого нету. Крыша течет по всему второму этажу. Протекает не только в квартирах второго этажа, но и на лестничной площадке течет до первого этажа. То, что в АСКО обращались, мы письмо написали, но ответа никакого ничего нет. Это управляющая компания наша. Письмо писали где-то недели две назад. Пока еще ответ нет. Ну, вроде как сказали, в течение месяца ждите. Поэтому вот сидим, ждем, пока пройдет месяц. Какой будет ответ. С соседнего подъезда, я слышала, они обращались уже в прошлом году по этому поводу, вот по поводу тоже крыши, и результата ноль. Не ремонтировали. Если управляющая компания хочет нам помочь, желательно, чтобы это сделать побыстрее до морозов и до снега. Потому что во время снега уже ремонт никто не будет делать. Улица Гагарина, 9А, на неоднократные жалобы хозяйки 50-й квартиры по поводу отвратительного состояния кровли коммунальщики должным образом не отреагировали. Этой весной происходило снега, снег никто не чистил, висела огромнейшая глыба. Когда она падала, видимо, снесла с собой часть ограждения от крыши, ну и листы железа пока еще держались. Ветер был в июле месяце, и потекла крыша. В августе потекло очень сильно, я обратилась в дом управления, жил номер 4, к его начальнице, это генерала Людмила Ивановна, которая сказала, что ну вот приняли мы ваше заявление, пожалуйста, будем работать. Ничего не делалось, через какое-то определенное время я опять вызываю кровельщика, кровельщик говорит, что никто ничего не сделал. И до генерала она говорит, я вам помочь ничем не могу. Что делать? Идите к главному инженеру ПТС сервис железнодорожного филиала, Кабанову Виктору Викторовичу. Я к нему попадаю, он возмущается, что за безобразие, как это так, деньги у дома есть, быстренько их перевести с текущего ремонта на ремонт текущей крыши и начать ремонт. Вот-вот завтра подрядчики придут. Все, подрядчиков нет, никого нет, генералова не говорит, что кто подрядчики, она не знает. Потом она говорит, что встречалась с подрядчиками. Вчерашний разговор свелся к тому, что подрядчиков нет, кто их выделит, непонятно. На Осипенко, это железнодорожный филиал, ссылаются на Корабельную 5, это на главный офис ПТС-сервиса. Ну, а крыша течет, зима. Зимой никто ремонтировать ее не будет. Если в такое же состояние я пойду в зиму, то просто-напросто, ну, не знаю, в квартире. До свидания, можно сказать. Улица Партизанская, 177. На протяжении нескольких лет подвал дома периодически заливает нечистотами. С 2007 года, когда ЖЭУ вот было 7, сейчас оно 12, у нас происходят с ними постоянно вот такие вот конфликты из-за того, что у нас постоянно затапливает подвал канализационными стоками. Добились, заменили нам канализационную трубу. Труба в настоящее время прекрасная, новая, хорошая. Почему у нас опять подвал? Постоянно, ежегодно, у меня заявление есть здесь, ежегодно подвал затоплен канализационными стоками. Мы дышим постоянно этой вонью. Вот с 26 числа у нас произошла опять утечка из-за того, что там, я не понимаю, например, вот на трубе, значит, там какая часть трубы у нас отваливается, и происходит у нас вот этот слив в подвал. У нас сейчас никто не приходит к нам, и все это впитывается в землю. Так что здесь проблемы они не видят в этом. Вода пришла, вода ушла. Фекалии остались. Что сделать? Все фекалии за года, которые собирались, надо верхний слой весь убирать. Дезинфицировать. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.